Медик КСК, позывной ШАЦ. Способен лечить союзников на расстоянии. Основное оружие – пистолет-пулемет MP7А1. Он отличается скорострельностью и высокой кучностью стрельбы. Оперативник лечит бойцов, не вступая с ними в контакт. Делает это с помощью спецспособности «Первая помощь». После ее активации оперативник бросает на землю аптечку, а раненый боец может ее подобрать. Это восстановит здоровье, а также остановит и предотвратит кровотечение. В отличие от других бойцов, оперативник может активировать спецспособность, даже если сам выведен из строя. В качестве дополнительного оружия использует самозарядный пистолет HKP-8 и спецсредство светошумовую гранату DM-109. Она оглушает противника, который находится в радиусе поражения. Медик КСК «ШАЦ». Надежный тыл.